итоговым сочинением выпускники школ Тувы справились на 96%. Напомним, 6 декабря старшеклассники России писали итоговое сочинение, которое является допуском выпускников к государственной итоговой аттестации. При этом обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вправе выбрать написание изложения. На первом этапе написания итогового сочинения по всей республике были определены 56 пунктов и 6 пунктов сдачи итогового сочинения в Кызыле. Сочинения выпускников оценивались по 5 критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. В этом учебном году всего участие в итоговом сочинении приняли более 2000 учащихся. Из них зачет получили 1992 человека, то есть 96%. Также по уважительной причине завершили писать сочинение 21 учащийся. При сравнении показателей с прошлым учебным годом в текущем учебном году наблюдается значительное улучшение результатов на 4%.